телевизор не работает. То есть в туалет? В туалет только принудительно, только отдавливать. То есть, скорее всего, это уже не восстановится. Потому что травму, ну, это все уже длительное время. Все. Друзья, мы спасаем самых тяжелых и незащищенных. Старики, малыши, инвалиды. В приюте, кроме спинальников, много других истерзанных жизнью животных. Слепые, хромые, безлапые. И, как вы понимаете, никто не стоит в очереди, чтобы их взять в семью. Или хотя бы помочь на постоянной основе. Мы ищем кураторов для наших спинальников и других инвалидов не первый год. Они то появляются, то тихо исчезают. А инвалиды остаются. Беспомощные, беззащитные, у которых кроме уголка в приюте и призрачной надежды, что их заметят и возьмут, ничего нет. У них есть только вы. Вы теперь люди, от которых зависит жизнь приюта и его обитателей. Вам решать, готовы ли вы хранить в душах искалеченных животных надежду и доброту в ваших сердцах, ладонях. Скажите, мои хорошие, вы готовы?